Одинцовский городской округ принял участие в международной выставке «МИД-2022». На стенде муниципалитета были представлены основные точки притяжения, парки и коллективные средства размещения. Елена Майер провела мастер-класс по созданию народных кукол-оберегов. Артисты театра Натальи Бондаревой организовали живую фотозону. Наши делегаты постарались сделать стенд интересным и познавательным. Участие в выставке – это прежде всего возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций и получить бесценный опыт для внедрения на своей территории.